Но я думаю, что правительство Украины просто обязано сейчас в Совете Европы поставить ребром вопрос о том, чтобы крымско-татарский вопрос был заслушан. Мало того, в Совете Европы должны выступить Украина и заинтересованные лица, то есть представители крымско-татарского народа, и необходимо принять резолюцию Совета Европы о нарушениях прав человека в Крыму. И в частности, нарушение прав крымско-татарского народа по факту закрытия его представительского органа. Я думаю, конечно, эту ситуацию не исправит. Но во всяком случае, весь мир должен об этом знать. Европа должна сказать свое слово, и Европа должна принять решение. А по этому решению, тогда, когда станет вопрос о снятии санкций с России, вот это решение должно застопорить вопрос снятия санкций с России. Прекрасно.